rural-club.com и выбираем страну, которая нас интересует. В моем случае это Украина. Выберу русский язык для того, чтобы было понятно большинству. Итак, зашли на сайт, и нам нужно теперь авторизироваться. Если видите, здесь есть определенные цены написаны на каждые продукты, нам нужно авторизироваться.
разовое питание. Итого 360 в месяц. Итого эта банка уйдет всего лишь за месяц. Почему 4 штуки? Ну, потому что, чтобы там хоть как-то что-то подействовало, я так понимаю, правильно? Ну, мы же видим, да, какие должны быть показатели, какие они, в принципе, часто есть. Вот. Итого 120 евро в день. Сравнивайте, смотрите. Вы можете поискать еще. Вдруг я ошибся, вдруг появилось что-то новое. Появилось? Ну, расскажите мне, посмотрим, сравним, полистаем. Я более чем уверен, что не будет, ну как, нету таких явных, да, там, производителей крутых, классных продуктов по здоровью, которые бы настолько подходили к качеству продукта и к цене продукта, кстати. Вот, сравниваем коктейли, некоторые сравнивать уже не хочется, просто один мрак. Вот, есть вещи, которые, ну, я даже не публиковал, потому что это настолько смешно, просто капец. Вот, давайте, тоже лецитин, смотрите, лецитин. 375 гривен в месяц, 375 гривен в месяц. Есть такой продукт, компания «Новая жизнь» называется, у них он стоит 81 гривну, да, ну, просто пачка, упаковка. Вот, но теперь смотрим и присматриваемся, что-то здесь не так. 375 гривен за 120 капсул. 120 капсул. И здесь 81 гривна за 20 капсул. Что же мне выбрать? Что же выбрать? Ну, стоп, не все ж так просто. У нас лецитина 1200 миллиграмм, из них 600 миллиграмм фосфолипидов. Здесь 20 капсул, в них 500 миллиграмм лецитина в каждой. Из них фосфолипидов неизвестно, производитель не пишет, отказывается писать, сколько там реального, а это самое, что не есть активное вещество. Итого, мы получаем, что у нас 3 гривны за капсулу, да, вот за одну, если мы посчитаем, да. Но если мы переведем, окей, на уменьшим в 2 раза, да, будет гривны 56 за 600 миллиграмм. Здесь же у нас получается 4 гривны за 500 миллиграмм лецитина, либо 8 гривен за 1000. Соответственно, у нас одна капсула стоит 3 гривны,